В преддверии Дня независимости благодарственным письмом акима области Мухамбета Досмухамбетова и председателя Народной партии Казахстана Айкана Канурова были награждены представители сферы образования, медицины и спорта. Также не остались незамеченными предприниматели, внесшие вклад в развитие экономики. На встрече обсуждалась проделанная ранее работа, а также были озвучены планы на будущее. Сегодня я в канун праздника, празднования 30-летия независимости Республики Казахстан. Сегодня я получил благодарственное письмо от акима Атырауской области. Я очень рад и желаю всем жителям Атырауской области в канун праздника, чтобы наша республика процветала.